снова слышать ваш голос, 47-й. Мы начали волноваться, когда вы не вышли на связь. Мне просто пришлось уладить кое-какое дело. Если интересно, у нас есть для вас крайне деликатная миссия. Угу. Мне всегда интересно. Жду подробного описания. Здравствуйте, 47-й. Вы отправляетесь в Скалистые горы. Порномагнат Лорн де Хевиленд шантажирует сенатора Бинома, используя кассету, на которой записан сын политика Чет. На кассете Чет слишком грубо заигрывает со стриптизершей в одном из принадлежащих Хевиленду клубов. Это свидание стало для девушки последним. Сейчас сенатор Бином добивается переизбрания на новый срок. Это видео может стоить ему карьеры, равно как и дальнейшие выходки сына. Наш клиент желает убрать Хевиленда и Чеда. Он также просит добыть кассету. Клиент устроил так, что Чед окажется на вечеринке, которую Де Хевиленд организует в своем горном особняке. У нас есть недавняя фотография Чеда, однако Де Хевиленд стесняется камер. Его самый свежий портрет был сделан 10 лет назад. Это непростая задача, 47-й. За территорией поместья мало кто смотрит, но в доме будет полно охраны. Где ангел, которого я искал повсюду? Добрый вечер, сэр, и добро пожаловать. Не забывайте носить ваш бейдж VIP, если вас интересует специальное обслуживание. Я бы не прочь пощупать этих красоток. Это подзарядит ваши батарейки. Вам они пригодятся, чтобы по полной получить свое в пещере, если вы понимаете, о чем я. Этот Санта серьезно налегает на выпивку. Припрятал бутылку портвейна на кухне. Ненавижу пьяных Санта-Клаусов. Думаю, ошибка нашего губернатора услаждает себя в джакузи. Серьезен, как сама смерть. Что, не по вкусу вам наши забавы? Сделал. Эй, красавчик. Да, пойдем я плохой парень. В пещеру.
Отвянь, дура. Что за угрюмость? Тебе хоть не изображать Санту в апреле на порнушной вечеринке. Чего налить?
Что за угрюмость? Тебе хоть нет. Я должен вас обыскать, сэр. Здесь не охрана, что они круче всех. Благодарю. Нет, пожалуйста. Я богат. Я сделаю богатым у тебя. Что ты хочешь? Девки, тачки, дурь, поместье. У меня есть все. Меня все знают. Все уважают. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, пожалуйста. Я богат. Я сделаю богатым у тебя. Что ты хочешь? Thank you.
Добро пожаловать в Миссисипи, 47-й. Местная банда под названием «Аллигаторы» занимается распространением наркотиков вверх и вниз по реке Миссисипи. Они перевозят товар на туристическом корабле. Наш клиент желает закрыть этот бизнес. Ваша задача — уничтожить 6 членов группировки и их главаря. Клиент также желает получить все документы, находящиеся в сейфе у главаря, который находится где-то на верхней палубе. Аллигаторы занимают частную зону на 2 верхних палубах судна. Доступ туда строго ограничен. Других сведений у нас нет. Так, держать, 47-й. Прошу прощения, сэр, вас не затруднит попросить официанта подойти к моему столику? Мы вырастили 3 из 5 последних победителей Дерга. У моего папы. Или 2 из последних 10. Кстати, на следующей неделе мы устраиваем
Кстати, на следующей неделе мы устраиваем сбор пожертвований в пользу сенатора. Политика, это так сложно. Что бы это значило? Добрый вечер, друг мой. Пожалуйста, будьте так любезны принести бутылку вашего лучшего шампанского в мою каюту, номер 23. Вот запасной ключ.
пошел вон! Отнеси это пирожное боссу, парень, в темпе. Я должен вас обыскать, сэр. Благодарю. Still going.
звук. Отсюда, дружище, или будут проблемы?